Она стоит новая миллион, и она новая. А сейчас мы вломили еще миллион. Зайди, пожалуйста, это пи***. Ребят, еду в Роллсе. Все нормально. Шучу. Хёндай. Пацаны, кто на Солярисах ездит? Чё за... Я не понял вообще, что происходит. Мы готовим девочку просто космическую. Какой перелив красивый, а? Какой? Я на ней носиться буду по всему городу. Я передаю всем, кто ездит на этой дикой тачке по городу. Всем привет, всем таксистам, саламчик. Пацанчики, скоро увидимся. Смотрите, какая крошка у меня будет, а? Я буду реально на ней кататься по всему городу. Очень круто будет. Сейчас все собирают, я расскажу про все детали. Поверьте, это самый крутой Солярис вообще в стране. То, что с ним будет, до конца вы даже себе представить не можете. Смотри, какая крученая тема. Смотри, алькантара, кожа алькантара. Вообще просто unreal. Ты вообще понимаешь, что это, сука, вот это сиденье стоит как сам Солярис? Ну реально, посмотри сюда. А? Киберкар тут такие вещи делает. Вообще, мама, не горюй. Но сейчас дособерем, все будет бомба. Но цвет просто лютый. Переливается прям. А, вот. Ну, короче, когда я покажу эту тачку, вы просто все охереете. Зайди, пожалуйста, это пи***ц. Нахер. Это вообще разрыв просто. Смотри, салон сбой. Посмотри сюда. Сука, вот это ди... Ты видел? Ты видел собаку там? Охереть. Да ну нахер. Вот это бомба вообще. Вот это бомба. Да ну нахер! Посмотри, какой салон! Трэш вообще! Ребят, еду в Роллсе, все нормально. Шучу, Hyundai. У нас после того, как мы колеса поменяли, загорелись ошибочки, мы сейчас едем в Авилон их стереть. Мне кажется, сейчас в Авилоне охереют от этой машины. Пацаны, кто на Солярисах ездит? Чё за... Я не понял вообще, что происходит? Вот это уровень вообще, вот это я понимаю. Вот это я понимаю, вот, ну, живут люди все-таки, да? То есть, ну, реально, живут, ведь есть люди, у которых все нормально, ну, объективно. Бля, вот это, вот, вообще, ну, не хватило, ну, бывает, что. Я, знаешь, братан, когда X тоже пленку искал долго, ничего страшного, пока так поедешь. А что у тебя с ручками? Тоже разные. Странно. Ну, ладно, хорошего тебе дня, бро. Это не новый кузов, это очень глубокий рестайлинг. Но я, если честно, не катался даже на первой версии. И уже получил в руки вторую. Машину взял у представительства, выпросил ее. Ну, Авилон помог, дали. Интересная тачка. Буду про нее рассказывать. Это First Edition. Будет интересно. Что могу сразу сходу сказать, вот прям сходу, чтобы было понятно, по качеству вопросов минимальное количество. Машину купили, садиться не будем, вот так вот издалека посмотрим. Очень красивая машина, просто посмотрите, какие расцветки, просто кайф. Сейчас еще одну покажу. Машина просто красивейшего, нежнейшего цвета, тоже садиться не будем. Ее уже купили. Посмотрите, как красиво. Вообще кайф. Очень красивая машина. А еще я вам покажу сейчас вот эти новые фары спереди и сзади. Цвет, да, какой хороший. Смотрите, какой еще вариант есть. Тоже. Короче, у Bentley новые вот эти вот машины очень красивые. Тоже сочетание интересное, такой дорогой, зеленый, богатый.
Молодцы. Увидели вот эту малышку? Отойти от нее не могу. Посмотрите, какая зайка. Какая милая зайка. Я не знаю, чья это зайка, но это очень красивая машина. Посмотрите. Вот это тигр. А? Лев просто. На тонере. Дерзкий. На тормозах. Очень красивая машина. Очень прикольно. Вот на ней наказывать потоки всех. Кайф. Просто красотка. Так смотришь, конечно, круто. Красиво. Сзади особенно. Ну, это больше не спорт и не поток. Ее какой-нибудь 992 Turbo S просто съест эту машину. Но красиво, очень красиво. Мерседес. Вот это Мерседес. Давай! Ручка, выбирайся. Красивая машина. Пацаны, смотрите, какого цвета я в BMW Rolf Химки нашел М5. Вчера разговаривал со Смайлом, он сказал, машин на рынке вообще нету. Смайл, смотри, стоит машина Boston Green цвет на карбонокерамике, в жире, в лютом просто. Посмотри, как она в этом цвете смотрится. Охеренно вообще, очень нравится. Прям на стиле. А посмотрите, какой салон. Сейчас просто кончите. Сильно? Просто сочетание лютое. Вас, наверное, интересует, почему я так часто теперь шарю с М5-ами. Ну, ничего, скоро узнаете. У меня сиденья, правда, чуть-чуть другие будут. Очень крутой цвет. Очень крутой. Поэтому, пацаны, если кто-то хочет М5-ю в уникальном цвете, прям гоу в BMW Rolf Химки. Она здесь. Пока ничья. Смайл, ах ты барыга. Ты мне сказал, что М5-ых нету, а ты эту машину видел, ах ты рожа. Ну-ка быстро бросай все, давай в Москву.